Можно вопрос, Владимир Владимирович? Спасибо большое. BBC News. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что Россия пора признать ответственность за крушение MH17? Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. И все, что было представлено, ни о чем не говорит. Олег Булатов. Леонид Харченко. And Леонид Харченко. Нужны нам уже нужны нормальные ПВО. Алло, ну сейчас, подожди. И где вот эти абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли, либо кто-то другой? Там много очень вопросов, понимаете, много. На них не отвечают, просто выбрали один раз и навсегда, назначили виновных, и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает.